Ёб твою мать, да ну, слушай, нормально вылетает. Попахивает говнецом каким-то, да? Хочу порекомендовать свою группу сообщества ВКонтакте. Здесь вы можете узнать очень полезную информацию. Соответственно, в ближайшее время я собираюсь проводить розыгрыш в этой группе. Так что подписывайтесь, задавайте вопросы. Я всегда готов на них вам ответить. Ссылочка в описании. Юхатушки, друзья, меня зовут Богдан Варк, и завезли новые контейнеры. В больших танках, кстати, он есть. Аппарат, лично мое мнение, неплохой, но ближний бояк особо с ним не погоняешь. Открывает контейнер, смотрим, выпадет он мне или нет. А, ребята, обязательно лайкос и подписочку обязательно оформляем. Уважать нужно друг друга, ребят. Хороший контент у вас, у тебя. Итак, погнали. Новый контейнер, 12 штук. Ну все, короче, погнали, открываем контейнер. Я надеюсь, что ты мне выдашь мне цены. Так, ребят, чтобы вы понимали, что здесь может выпасть. Здесь, соответственно, танк 9 уровня. Большой танк, он тоже 9 уровня, я знаю. Мусорные кредиты, золото, золотишко, там что-то было, ребят. 50 тысяч голды можно получить. И мне выпадает... Ёб твою мать, да ну! 5000 голды прилетело, нормально. Первый контейнер уже радует. Ну, хотелось бы, конечно, полтинник. Тысяч, блин, слушай, нормально вылетает. Ну, пока все идет хорошо. 150 голды. За что-то мне напоминает прошлое видео, я открывал контейнер 8 уровня, ПТшка, ТС-60. Нет, нифига. Это, походу, самое короткое видео будет. Так, давай. Танкусик выбиваем. Ты чё, я не хочу повторять ту же судьбу с Т-60. Покажешь вообще, что ли? 5 контейнеров, ребят, осталось. Ой, у меня просто сердце в пятки сейчас уйдет, если я сейчас ничего не выбью. Ну, голдат. Вот что-то вообще как-то хиленько уже падает. 4 контейнера. Пятюри просто за это отдал, короче, и мне вот какая-то шляпа упадает. Ну давай. Последний контейнер, давай, пожалуйста. 5%, кстати, почему 5% не выдает? Давай. Выдай мне. Давай. Попахивает говнецом каким-то, да? Ребят, всем большое спасибо за просмотр. С вами был Богдан Варк. Огромнейшее вам спасибо за подписочку. Кто подписался, уважуха вам. Увидимся с вами при новом открытии. Покедова.